Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. А сегодняшнее видео, как всегда, мы с вами будем смотреть прогноз на октябрь месяц. Мы с вами будем смотреть, что придет, что уйдет у вас именно в октябре месяце. Будет три варианта ответа. Мы сначала будем смотреть по одной карте, каким будет у вас октябрь месяц. Дальше мы с вами будем смотреть, что придет, а что уйдет у вас. Пока я тасую карты, загадайте про себя одну из трех карт. Итак, карта номер один, карта номер два и карта номер три. Ну что же, я думаю, что, наверное, каждый для себя выбрал свою карту. Давайте теперь смотреть. Так, две мы пока убираем. Смотрим эту карту первую. Ух, у вас старший аркан дьявол. Ну что же, для тех, кто выбрал первую карту, у вас достаточно будет напряженный месяц. Что я могу сказать? Вы в первую очередь будете, конечно, зависимы. И зависимы вы можете быть не обязательно в финансах, да? Возможно, что будут какие-то у вас обстоятельства складываться в октябре месяце, которые не подвластны будут вашим делам, вашим возможностям, вашим желаниям. Либо вы можете совершить какую-то ошибку, которая понесет за собой последствия не самые приятные для вас, к сожалению. Карта дьявола показывает, что вы в октябре будете с чем-то, возможно, бороться. Именно со своими внутренними переживаниями, со своими какими-то страхами, со своими комплексами. То есть, может, кто-то будет переходить на новую работу, да? Но у кого-то могут возникнуть какие-то внутренние проблемы, комплексы, из-за чего вот он будет именно зависим и как от своего состояния. То есть у вас будет некая зависимость, которая, к сожалению, вам не подвластна. Которая, ну, либо это будут ошибки ваши прошлые, из прошлого, да, каких-то поступков, либо эта ситуация будет складываться у вас в октябре так, что вы попадете в некую зависимость. Если смотреть финансовая, конечно, сторона, то здесь вы можете взять кредит, который, знаете, как на себя повесить, то есть думаете об одном, а в процессе выяснится совсем другое. Плюс еще карта показывает, вот еще будьте осторожны, когда вы в октябре какие-то будете проводить сделки, да, либо что-то вы будете вообще затевать, не обязательно это с бизнесом, а любые, да, какие-то варианты, кого вот что будет интересовать на месяц. Вот у вас единственное, если вам, предположим, что-то обещают, да, какие-то золотые горы, либо что-то, вот здесь проверяйте информацию, потому что иногда вот по карте дьявола проходит, что вы можете именно получать какие-то ложные сведения, понимаете, из-за чего вот если не проверите, вот как раз вы можете попасть в такую ловушку, из которой будет очень сложно выбраться. Понимаете, то есть какие-то ложные сведения до вас могут доходить, и поэтому прежде чем что-либо делать, проверяйте все абсолютно. Карта дьявола вас предупреждает об этом. Будьте осторожны. Так, давайте теперь смотреть, что придет к вам, да? То есть давайте посмотрим именно, что придет к вам в октябре месяце. Что придет? Да. Смотрите, у вас получается... у вас жезлы, мечи и мир. Ну, вы знаете, вот у вас идет такое состояние, вот что к вам придет. В первую очередь, конечно, придет все-таки к вам какое-то душевное спокойствие. В первую очередь.
То есть вы сможете, знаете, вот у вас приходит такой этап, такой период, когда вы все-таки что-то завершаете, вы что-то закрываете, и даже вот возможности у вас появятся. То есть даже если не все гладко шло, не все гладко получалось, в октябре вы сможете решить свои вопросы, вы сможете, знаете, как по-новому посмотреть на какую-то ситуацию, которая вас волнует, посмотреть именно другими совершенно глазами. Это первое. Дальше вы сможете, как, знаете, вот все-таки идет такая ситуация, что вы как-то начнете по-другому анализировать вообще вот свою жизнь, да, свое окружение, свою работу, там, либо отношения. То есть вся та напряженность, которая была, вся та, знаете, как вот какая-то недосказанность, недопонимание, да, вот как на работе, в отношениях. То есть если что-то вас не устраивало, вы совершенно по-новому начнете смотреть на любую ситуацию. В первую очередь вы сможете как-то себя показать, вы сможете себя реализовать. У вас наступает именно этот период, потому что здесь вы, в принципе, вот знаете как, вы к этому будете готовы, да, вот сделать следующий шаг для того, чтобы действительно можно было уже как завершить какой-то этап своей жизни. Вам просто останется сделать один шаг, и вот как раз в октябре у вас будет такая возможность о себе заявить, себя показать, решить все возможные проблемы, которые были. То есть если даже вот вы считали, там, предположим, что с вами ну, не так обращались, да, либо как-то неправильно поступили, вы как раз, и вот здесь, в принципе, понимаете, вот как раз вот эти вот ложные сведения, скажем так, да, они как раз все-таки, ну, вы их раскроете. То есть вы все-таки сможете действительно, во-первых, вздохнуть спокойно, посмотреть на все другими глазами и уже, ну, двигаться дальше. У вас будет уверенность. Вы будете четко представлять, что вы действительно правы, и вы будете делать именно так, как вам нужно, а не как другим нужно, да? То есть, если даже вас в чем-то заставляли, предположим, то здесь вы уже будете решительны, вы будете смело двигаться дальше, у вас придет уверенность, у вас придет спокойствие, что вот, да, наконец я к этому пришла, либо пришел. То есть, вот есть хороший шанс, ну, о себе заявить, себя показать и как-то продвинуться вперед. Либо даже вообще что-то уже завершить. То есть либо трудные отношения, либо какие-то тянущую ситуацию, которая у вас тянется, неизвестно вообще, когда она закончится или нет, да, то есть какие-то проблемы. Либо решить вопрос с кредитами также, то есть как отойти от этих обязанностей, от этой зависимости и, наконец, все-таки это завершить. То есть у вас это в октябре выпадает хороший шанс именно что-то закрыть в своей жизни, то есть то, что вас мучило. Так, давайте посмотрим, что у вас уйдет. Что у вас уйдет? Сейчас посмотрим с вами, что уйдет. Уйдет. Угу. Так, первое, что я могу сказать, вот что у вас уйдет, это лишняя чувствительность ваша, лишние эмоциональные всплески, лишние ненужные разговоры, которые как раз, может быть, и мешали вашей ситуации, мешали вам в первую очередь. И ваша излишняя эмоциональность, ваши излишние переживания, они как раз у вас отходят, да, то есть они отходят у вас на второй план, потом вы вообще об этом забываете, то есть у вас это первый момент уходит. Единственное, что еще вот немножко, может быть, вам не понравится, уходит какая-то поддержка со стороны родных, да. То есть либо ваши просто родственники уезжают, может быть, долго они у вас находились и где-то там вдалеке от вас живут, и вот в октябре кому-то, может быть, и на радость, кому-то, может быть, и нет, кто-то, может, с детьми там помогали 7 день, да, и вот родственники как бы уезжают. То есть кому-то на радость, кому-то нет. Такие ситуации тоже бывают и достаточно часто. Поэтому здесь это тоже в октябре уедут. А вообще, вы знаете, вот у вас в октябре еще уходят совершенно ненужные разговоры, которые относились именно относительно вас. Да? То есть какие-то сплетни, какие-то слухи. То есть все, что говорилось против вас, все это как бы отходит. Да?
Возможно, потери денег, финансов, кстати. Поэтому здесь будьте осторожны, особенно если вы что-то в дом покупаете, либо для дома покупаете, либо что-то делаете. Может быть, просто лишняя трата денег, из-за чего, ну, немножко будет некомфортно. То есть здесь это тоже идет, поэтому здесь считайте денежки в октябре месяце. То есть немножко может быть туго вам. Также могут у вас отойти люди, которые, знаете, как вот, может быть, как раз и желали вам зла. То есть они откроют свое лицо. Вы знаете, как вот в лицо говорят одно, да? То есть говорят хорошие вещи, а за спиной чуть ли не нож в спину, да? Вот как раз вот эти люди у вас в октябре уходят. То есть либо они раскрывают свое лицо, вы это понимаете и перестаете с ними общаться, либо они сами просто медленно, постепенно, но уйдут. Поэтому здесь это тоже такой момент, от вас уйдет. В целом, особо что-то такое важное для себя вы не теряете в октябре месяце. У вас просто уходит ваша излишняя эмоциональность, ваша чувствительность. То есть вы действительно начинаете в октябре понимать реальные вещи, оценивать все, реальность всю. И вам даже от этого, наоборот, легче будет. Понимаете, вы, наконец, все-таки сможете именно двигаться дальше. Так. Давайте посмотрим совет вам. Совет на октябрь месяц. Давайте вам совет посмотрим. Посмотрите, будьте независимы, не слушайте никого. Вот карты вам показывают, вы достаточно такой очень практичный человек, очень энергичный человек. То есть у вас действительно есть вот этот стержень, который может вас хорошо продвинуть. Старайтесь, знаете как, у вас идет такая ситуация, что старайтесь больше верить себе, доверять себе, своему внутреннему состоянию, то, что вам действительно хочется, то, что вы действительно на что-то рассчитываете. Да? Старайтесь больше... Вот здесь, понимаете, вот двойка кубков, она, конечно, показывает вам, что вы, ну, сможете с кем-то договориться. То есть, либо, вот знаете как, либо вы можете найти какие-то новые контакты для себя, да, то есть это могут быть как и новые отношения, новая работа, да, либо по бизнесу, либо еще по каким-то важным вам делам. То есть, либо вы можете найти новых людей, заключить новые контракты, либо вы можете именно со старыми людьми, но по-новому посмотреть на ситуацию. То есть, возможно, ваше отношение изменится, возможно, изменится отношение вашего партнера, либо ваших людей, которые вокруг вас. Но при любой ситуации будьте независимы, никого не слушайте, доверяйте себе. Подружитесь в первую очередь с собой, понимаете? То есть найдите именно в себе гармонию, спокойствие. Вот у вас как раз это получится, потому что ваше эмоциональное вот это вот внутреннее беспокойство, вот это вот ваша, да, чувствительность там принимать все близко к сердцу, у вас это все отходит на второй план. Вы почувствуете в себе уверенность, вы будете именно уверены в том, что вы правильно поступаете, что вы делаете, и вот вам надо следовать этому, понимаете? То есть у вас есть все шансы, ну, достаточно хорошо решить свои вопросы в октябре месяце, да, если вы поверите в себя. Вот в первую очередь поверьте в себя, в свои силы. И неважно, кто вам что там будет говорить, да, какие-то реферамбы петь или что-то вам обещать будут золотые горы. Верьте в себя, в свои силы, если вы действительно хотите завершить и прийти к гармонии. Так, это у нас был первый вариант. Теперь мы смотрим второй вариант. Тройка жезлов. Ну, в принципе, у вас достаточно энергичный идет месяц. То есть здесь, он, конечно, не такой у вас серьезный будет, если мы пока смотрим по одной карте. Но месяц вам обещает, ну, скажем так, какие-то хорошие возможности. А вот воспользуйтесь этими возможностями, мы с вами сейчас посмотрим. То есть вас жизнь заставит двигаться дальше, заставит двигаться вперед. И если даже вы расслабились, сидели на месте,
Октябрь вам не даст этого больше. То есть вы начнете как-то смотреть вперед, у вас появится уверенность, вы будете уже, в принципе, для себя определитесь, вы будете знать, как вам поступать с людьми, в отношениях, с работой. То есть вы уже какой-то, знаете, шаг и сделаете. И вас, я говорю, ситуация, жизнь, она заставит в октябре. То есть даже если вы будете брыкаться, но все равно не получится уже отойти именно от того, что у вас будет происходить в октябре месяце. То есть все равно уже какие-то начинания, но вы все-таки будете делать. Конечно, воспользуетесь вы шансами или нет, мы будем сейчас смотреть. Но, во всяком случае, шансы у вас хорошие на октябрь. Так, давайте посмотрим, что же к вам идет. Так. Что же к вам идет? Что придет? Угу. Отношения новые идут. Для тех, кто одинок, однозначно отношения новые идут. И причем отношения вас эти будут радовать. Вы будете очень довольны в этих отношениях. Вы, наконец, почувствуете, что такое любовь, что такое чувство, да, что такое не спать ночами. Это вот для тех, кто одинокий. То есть вы прям будете чуть ли не на седьмом небе. Но ситуация, во всяком случае, именно будет разворачиваться так. Причем мужчина к вам сам приедет, потому что здесь я вижу, что мужчинам, возможно, издалека. То есть это не вот совсем рядом находится, и вы прям будете ждать, нервничать, переживать, как встреча пройдет. То есть прямо у вас будет такое, будете прихорашиваться, новая прическа, макияж и все прочее, да, и новые наряды. То есть поэтому здесь все идет очень даже прекрасно. И здесь, ну, во всяком случае, развитие может быть, если вы, ну, не будете немножко, знаете, как, скажем так, вредным человеком, да? То есть немножко может быть у вас такое, потому что мечи, они вообще, ну, постоянно в чем-то ищут какой-то скрытый смысл, понимаете? То есть они постоянно, ну, как сопротивляются, постоянно что-то ищут нехорошее. И здесь, конечно, если вы все-таки поддадитесь вот этому чувству, да, вот радости и влюбленности, все очень даже прекрасно может быть. Также у кого-то могут быть хорошие поездки, то есть поездки, командировки, все, что связано с дорогами, очень хорошо, прекрасно месяц для этого подойдет. Для вообще каких-то решений конфликтов, решений ваших вопросов, для денежные, кто в паре в отношениях, да, либо какие-то личные вопросы, у вас будет настрой, у вас будет желание, то есть если даже, вот как я сказала, вы долго сидели, наконец наступает период, что вы можете действительно двигаться, решать, и у вас это очень благополучно решится. Могут быть козни против вас, могут быть неприятные разговоры, но вы их будете отсекать сразу, вы не будете на это обращать внимание, потому что вам будет по барабану абсолютно. Что про вас говорят, какие разговоры, за спиной идут разговоры, но вы на них не будете обращать внимание, потому что, знаете, вот вы поставили перед собой цель, и вы этой цели будете добиваться. Понимаете? То есть вы уверены в себе, вы полны энергии, у вас есть желание, стремление, и вы к этому будете двигаться. Что говорят, даже если вас будут отговаривать, да, либо что-то нехорошее говорить, вы ни на кого не будете обращать внимания, и это для вас положительно. То есть если была затруднительная ситуация с работой, значит, однозначно вы найдете работу, да, то есть у вас идет, и вас даже будут отговаривать, не ходи на эту работу, не надо, вы никого не будете слушать и правильно будете делать, потому что работа идет достаточно хорошая. Кто-то, кстати, может поехать за границу, кто-то может поехать в отпуск отдыхать, и причем, если не получалось вовремя, там либо не отпускали, в октябре есть все шансы именно поехать. В любом случае, а кто-то может и просто переехать, тоже идет ситуация, именно просто поменять место жительства. Такое тоже возможно. Либо наоборот, неожиданный приезд людей, которых вы совсем не ждете. Для вас это будет, конечно, приятной новостью, будет очень хорошей новостью, но вы как бы совсем не ждете, да, что действительно кто-то может приехать. Знаете как, может, скрывают от вас.
Также идет поступление какой-то новой вам информации, которая может очень хорошо вас духовно поднять, эмоциональном плане поднять, когда действительно вы чувствуете, почувствуете, что да, вот оно совершается, начинается, запускается какой-то процесс у вас в жизни. Поступление финансов, ну, не могу сказать, чтобы прям было очень много, но вы будете довольны. Да? То есть какие-то могут быть лишние деньги, которые вас приятно удивят, кстати, которые, ну, действительно, то есть вы совсем не ждете, но они, вот они, раз, денежки к вам упали. Так, давайте посмотрим, что уйдет. Что уйдет у вас? Так, что у вас уйдет? Что у вас уйдет? Смотрите, идет такая ситуация. Ну, во-первых, какой-то ваш покой все-таки уходит. То есть, если вот, предположим, вы привыкли, да, там, ну, вот, как говорится, находиться вот одному, да, жить одному, вроде как в своем комфорте, вроде как все устраивает, но внезапно вы встречаете человека, появляется. Все, вы уже одни не будете. Ваше вот одиночество уходит. Ну, с одной стороны, кому-то это хорошо, с другой стороны, кто-то, может быть, уже привык как бы жить в наслаждении, да, вот с собой, для себя, все, что хочу, сделаю. То есть у вас этот период уходит, заканчивается. Однозначно кто-то меняет место жительства, кому-то это может не понравиться, потому что как идет сопротивление, кому-то это может понравиться. Да? То есть кто-то может к этому стремиться и однозначно покидает либо свой город, может вообще даже страну. Такое тоже может быть. Единственное, что у вас уходит, вот смотрите, идет такая ситуация, что, во-первых, вы будете настолько энергичны, что может уйти физическое напряжение, да, вот физическая сила может быть, то есть ваше вот это вот стремление продвинуться, что-то сделать, очень может быть большая усталость, то есть будьте осторожны именно со своим здоровьем, именно со своей вот физической выносливостью, то есть у вас будет прилив сил, прилив энергии, но вы можете слишком ее растратить, что потом, ну, немножко будет вам сложно как бы восстанавливаться, то есть за этим смотрите, будьте осторожны. А еще у вас, знаете, вот как что уходит, у вас вообще вот какие-то прежние взгляды ваши на вашу жизнь, на вашу ситуацию, у вас это все уходит. То есть вы стремитесь к новому, да, и вот это новое у вас как раз идет, начинается в октябре месяце. То есть здесь идет такая ситуация, что вот новые отношения, новая работа, либо какие-то новые возможности, какие-то, может быть, новые горы, да, новые дела. То есть вы все-таки, даже если вы будете сопротивляться, не будет желания сразу, да, вы все равно к этому придете. Понимаете, вы все равно покидаете все вот старое. То есть вы, даже если идет сильное сопротивление, вы все равно к этому придете. Хотите вы этого или нет. Вы просто к этому придете, и вы уже, ну, начнете как двигаться по течению. И вот как раз у вас вот это все старое уходит, идет именно новый, может быть, какой-то проект, новое жилье, новая работа. Все, что новое, у вас будет именно в октябре месяце. Даже если вы будете сопротивляться, ну, уже, в принципе, это будет бесполезно. Возможно, что, может быть, и какие-то вынужденные дороги. Но они идут в процессе, и вы поймете, что они вам были нужны. Да? По-любому у вас именно уходит. Еще вот знаете, как вот идет такое состояние, что, как вам сказать, вот вы, возможно, к чему-то уже привыкли, да, то есть привыкли к своему образу жизни, привыкли к людям, привыкли к какой-то ситуации. И вот этот ваш привычный образ жизни, он у вас меняется. И меняется полностью в октябре месяце. Хотите вы этого, не хотите, но, как я вам изначально сказала, октябрь месяц вас заставит. Так, ну давайте посмотрим совет вам на месяц. Совет, что вам делать. Опять верховная жрица.
Я могу сказать так, не сопротивляйтесь, принимайте, потому что у вас вот этот переход к новому, да, то есть у вас вот это вот движение, которое идет в октябре, оно приведет к еще лучшей ситуации, чем вот то, что вы привыкли, да, вот видеть именно вот свои вот эти вещи. То есть если вам предлагают новую работу, надо призадуматься, посмотреть, а может быть, она действительно будет лучше. Отношения тоже. Может быть, кто-то привык находиться вот в таком, да, вот в своем как бы коконе, жить, я сижу так, и больше мне ничего не надо. То есть совет вам такой, перестаньте сопротивляться. Не стоит метаться из стороны в сторону, а лучше принять действительно, принять то, что вам идет, понимаете? Потому что возможно, что вы не все сразу увидите, не все сразу поймете, но карты показывают, что вам идет. Ну посмотрите, десятка кубков, да? Вы придете и в гармонии с собой, и восстановлению отношений, и если кто был одинокий, к созданию отношений, комфорту. То есть вы к этому приходите, если вы не будете сопротивляться. Потому что ваше вот это метание, а вот я еще подумаю, а может не стоит, вот здесь как раз вот этого не стоит делать. Именно метаться из стороны в сторону. Вам надо четко определиться, вам надо четко именно идти к своей цели, и вы к ней придете. То есть не обязательно это отношение. Это может быть какой-то завершающий этап для вас благополучный. То есть то, что вас волнует в первую очередь. Может быть какое-то завершение дела, которое у вас длится, там тянется неизвестно сколько. Понимаете? Если вы не будете сопротивляться, да, тогда вы действительно, ну, завершите многое что. То есть вы придете именно к своей цели. Это был вот у нас с вами второй вариант. Так, ну и давайте смотреть третий вариант. Четверка кубков. Ой, что-то... Третий вариант как-то немножко заскучает. Либо не все гладко у вас будет идти в октябре, да, либо вы сами просто не захотите. Знаете, как устали, ничего не хочется, ничего мне не надо. Хочу побыть одна или один, все мне надоело. То есть какая-то у вас хандра возьмет в октябре месяце. Может быть, это осенний такой. Да, порыв. Осенняя погода может вас немножко ввести в хандру. То есть как-то вот, знаете, вроде как и могут вам предоставляться какие-то шансы, да, по работе, в отношениях, но почему-то вы не захотите ими воспользоваться. Либо вы посчитаете, что вам это не нужно, либо вы просто их не будете видеть, либо просто не захотите. Возможно, что вы устали уже, вам действительно хочется отдохнуть, действительно хочется расслабиться, ни о чем не думать. И вы просто уже в наглую возьмете себе отдых. Такой, кстати, тоже может быть. Поэтому здесь, ну, во всяком случае, месяц для вас пройдет спокойно. Ну, пока по первой карте мы видим, что спокойно пройдет, без каких-либо трений. Может быть, у вас были такие сильные переживания, что сейчас уже все параллельно, понимаете? Уже вот идет такая ситуация, что там происходит, мне уже все равно, да? Такое тоже может быть. Вот как-то вы немножко закроетесь ото всех. Так, давайте посмотрим, что к вам идет. Сейчас мы с вами посмотрим, что именно к вам идет. Ну что ж, вы себя вообще в хандру-то вгоняете. Хотя не получится, хотите вы этого или нет, но не получится. Ну, смотрите, то есть здесь либо какой-то, знаете, как немножко, может быть, будете себя плохо чувствовать, то есть какой-то вот, либо это идет ваше физическое состояние, кстати, кто-то может простудиться, кто-то может заболеть, будьте осторожны, потому что простуда может к вам прийти запросто. А также это может прийти какие-то, знаете, переживания, связанные именно как с отношениями,
как с какими-то возможностями, да, вот какие-то у вас идут переживания. Но если мы смотрим дальше по картам, все будет зависеть только от вас самих. То есть если вы действительно сможете именно, знаете, как не впадать вот в эту хандру, да, не закрываться, а все-таки решать вопросы, то вы быстро выйдете именно из того состояния, в которое вас будет вгонять октябрь месяц. То есть излишние переживания, излишняя эмоциональность, она может на вас сказаться и как затормозить процесс каких-то ваших действий, да? Но вы, в принципе, сможете быстро взять себя в руки, и вы сможете именно начать двигаться дальше. То есть не, ну, вы будете как бы реально понимать, что если вы это не сделаете, то никто не сделает, да, за вас, что действительно вам надо собраться с мыслями, собраться с духом и двигаться дальше. В принципе, такая вероятность, возможность есть. То есть вы, даже если будете, предположим, болеть, вы без внимания ничего не оставите. То есть вы уже к этому, в принципе, привыкли, вы такой человек, и здесь без внимания ничего не останется. Очень хорошая поддержка вам будет в октябре месяце. Это могут быть ваши друзья, это могут быть знакомые, это может быть ваш партнер в отношениях. То есть именно хорошая поддержка, понимание, забота, внимание. То есть если вы этого не получали в октябре, пользуйтесь возможностью, наслаждайтесь, как говорится. А также может быть процесс связан именно с быстрым разрешением каких-то вопросов. Вам надо будет немножечко где-то приложить усилия, чтобы решить какие-то важные процессы в вашей жизни. Это может быть какой-то застой в делах, да? Это может быть какая-то бумажная волокита, которая тянется, неизвестно когда закончится. Где-то какой-то лишний шаг вы сделаете, и вы хорошо решите свой вопрос. Если финансовые задержки, никак ничего не получается, также вы в октябре сможете это все решить. Шансов будет предостаточно. Воспользуйтесь вы ими, все будет зависеть от вас. Но если мы рассматриваем по дальнейшим картам, вы воспользуетесь шансом. То есть если даже вы будете немножко хандрить, да, будете закрываться, что ничего не хочу, ну, обстоятельства вас все равно заставят. То есть, если не вы, то кто-то вас все равно заставит. Поэтому здесь вам останется только все принимать, то, что вам идет в октябре. В любом случае, принимайте, не отказывайтесь, потому что у вас предостаточно будет шансов и реальных шансов, что вы можете за короткие сроки, но много решить своих вопросов. Наладить отношения, найти работу, либо в коллективе наладить отношения. То есть все вам останется, знаете, как вот только немножечко приложить своих усилий, чтобы вы действительно могли решить свои вопросы. Да? Потому что немножко будет у вас, может быть, вам захочется покоя, знаете, как вот идет такое состояние, как ну хочется покоя, да, хочется расслабиться. Но вы понимаете, что октябрь не время для расслабления, понимаете? У вас есть решить все свои вопросы. Но вы реально будете понимать, если вы расслабитесь, то ничего вы не сможете сделать. Поэтому здесь все будет зависеть только от ваших усилий. Так, давайте посмотрим, что уйдет у вас. Так, что у вас уйдет? Вот смотрите, вот у вас идет такая ситуация, что вот как раз и идет. И если вы расслабитесь, у вас могут уйти ваши шансы как раз. Могут уйти деньги. То есть если вы решаете, предположим, вопрос с деньгами, да, с финансами, то есть могут какие-то обстоятельства быть, что вам надо срочно решить вопрос с деньгами. Приложите усилия, вы тогда решите вопрос. Но, если вы будете впадать в панику и ничего не решать, то как раз от вас уйдут как и возможности, так и финансы. И, кстати, если вы будете закрываться от своей второй половинки, либо от своих родных, да, там же может и уйти поддержка. То есть, может быть, знаете как, ну, вы своими словами, своими поступками можете просто оттолкнуть близких вам людей. Понимаете, что... Ну, могут быть, скажем так,
неприятности, могут быть именно вот недопонимания. То есть вы будете, конечно, сильно переживать, может быть, из-за каких-то своих неудачных попыток решить свои вопросы. Будете отталкивать своих родных, и они вас просто не поймут. Поэтому здесь старайтесь как-то все-таки немножко, ну, хотя бы просто элементарно поговорить со своими родными, да, близкими вам людьми, которым действительно не безразлично, что у вас происходит. Иначе вы можете, ну, на долгий период времени вообще потерять контакт с ними. Также вот смотрите, идет у вас, предположим, предложение новой работы, возможно, да, но если вы будете медлить и долго думать, ну, работа вас может обойти стороной, да, то есть вы можете реально потерять именно возможность устроиться на работу, если вы слишком долго будете думать. Поэтому здесь вам надо сразу все брать в свои руки, не отказываться ни от каких шансов, ни от каких возможностей. Даже если не все гладко будет получаться, потому что у вас будут такие возможности, даже не возможности, а будут такая ситуация, когда вам не все будет гладко даваться, да, то есть вы не все сможете решать с первого раза, то есть у вас просто не будет получаться решить все с первого раза. И вот здесь, если вы в этот момент впадете в хандру, закроетесь, да, плюнете на все, вот, знаете, как вот на все махнете рукой, и все, вы тогда действительно вообще потеряете все свои шансы в октябре месяце. Вам надо все равно быть начеку, брать все в свои руки, смело, даже если не все будет получаться, все равно смело идти дальше, смело идти вперед. Если вы будете поддаваться излишней своей эмоциональности, если вы будете поддаваться именно, знаете, как душевным переживаниям, вы можете много шансов потерять и много возможностей потерять. Знаете, вот у вас идет такая ситуация. Поэтому здесь как и работа может уйти, понимание близких может уйти, финансы вы можете, кстати, вот в этом состоянии можете лишние деньги потратить, которые вам нужны будут на что-то более серьезное. Поэтому здесь просто будьте начеку. Так, и давайте посмотрим вам все-таки совет, что вам делать. Совет. Ну, смотрите, вот идет такая ситуация. Вот если у вас все-таки, как я и сказала, не все гладко будет получаться, да, не закрывайтесь, не переживайте. Переждите какое-то время и идите дальше, да. Не, знаете, как вот не принимайте все слишком близко к сердцу. Не стоит именно слишком эмоционально воспринимать все, что будет происходить. Потому что здесь, вот знаете, как вот, вот вы к чему-то стремитесь, да, вам надо, если не все идет гладко, как вам хочется, вот, предположим, обождите какой-то период времени, даже, ну, как вот, достаточно день, да. Через день у вас появятся новые силы. У вас появится новое желание, у вас появится новое стремление, новая активность. Вы по-новому посмотрите, и вы дальше пойдете. Понимаете? То есть здесь не уходите в себя, как говорится, потому что вы можете уйти в себя, вы можете закрыться ото всех абсолютно, и вы таким образом только сделаете себе хуже. То есть здесь, прежде чем делать какой-то шаг, подумайте, проанализируйте все. Если не все получается, обождите, да? Не решайте ничего сгоряча, потому что вы можете сгоряча и отказаться от поддержки, и отказаться от какой-то помощи, и вы можете, как, знаете, вот в таком состоянии вы можете вообще что-то все пропустить, можете все закрыть. Закрыться ото всех, ни на кого не обращать внимания, не смотреть, и, ну, сможете действительно пропустить много каких-то шансов. Поэтому если что-то не получается, подумайте, где вы могли совершить ошибку, чтобы ее можно было исправить. Понимаете? То есть у вас это, в принципе, получится. У вас это получится, если вы действительно не будете все так... Вот, как вам сказать, вот у вас немножко, знаете, как, вы, возможно, попытаетесь, может быть, что-то большее решить, да, либо больше, как бы,
на себя взять, да, может быть, какую-то ответственность, либо больше работы. И вот здесь вот карта вам советует, если вы действительно хотите решить вопросы, да, ну вот может быть лишняя работа, чтобы лишние деньги заработать, да, идет такая ситуация. Старайтесь реально оценивать свои силы, старайтесь реально оценивать свои возможности, понимаете? То есть каждый человек, конечно, стремится, каждый хочет, но вам надо реально смотреть на то, что вы можете, да? То есть чувствуете устали, отдохните немножко. Чувствуете не ладится, переждите какой-то момент. Потому что вы сможете все это решить и достаточно очень даже благополучно. Если вы будете правильно и следовать именно своему состоянию и правильно оценивать ситуацию в целом. Это вот у нас был третий расклад. Вот такой вот у нас с вами получился октябрь месяц. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите следующие выпуски. Всем до встречи!